Я имею честь и счастье представить вам своего действительно товарища по работе, славного совершенно не только этим, Александра Гербертовича Рапопорта. С тех пор, как мы с Ларисой познакомились и подружились на почве этого клуба, это была моя мечта увидеть его здесь. И это большое событие. И то, что мы сидим в такой уютной гостиной, в небольшом и домашнем вообще кругу, это очень даже хорошо и приятно. Значит, что сказать? Я могла бы вообще заткнуться и дать Саше слово, и он вполне сам способен все про себя рассказать и так далее. Значит, но я все-таки хочу сказать, что он академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, это все он умеет. Он архитектор, он философ, он эссеист, он писатель настоящий, он и стихи неплохие пишет, или писал, или, может быть, иногда и пишет. И все, что он делает всерьез и очень удачно. Но главное, что у него есть бестрепетная отвага мысли. Он не боится думать, да? И в отличие от большинства из нас, он думает постоянно. Это его такое занятие на каждый день. Я не берусь перечислить все его чины, звания, награды и достоинства, их много. Если он захочет, он сам об этом скажет. Но хочу сказать, что, что он черпает силу не в обществе, а в одиночестве. Он живет на хуторе, на побережье Балтийского моря в Латвии. И вроде бы ни в ком из нас особенно не нуждается. Но мы в нем очень нуждаемся. И он сам расскажет. Вы сами видите, что этот человек не в начале своего творческого пути, а, так сказать, в самой его середке и гуще. И вдруг что-то произошло. Он разлюбил главную любовь в своей жизни, он разлюбил архитектуру. И вот это самое главное и интересное. Спросить у него, что произошло, почему он изменил своей главной спутнице. Но вообще-то, Саша, ты начни и говори, что хочешь, а я подхвачу и сам. Спасибо большое, Наташенька, за такие теплые слова. Я не могу громко говорить, потому что громко говорить с людьми, во-первых, неприлично, во-вторых, фальшиво. Я не хочу с вами говорить ни неприлично, ни фальшиво. Ну, говори, как ты хочешь. Я буду говорить тихо. Даже если вы попробуете меня не слышать, это лучше, чем кричать вам что-то уши. Я большой поклонник вообще театра, в котором люди не слышно, о чем говорят на сцене. Это гораздо интереснее, чем когда слышно, о чем они говорят на сцене. Это первая ошибка. Вторая ошибка, я уже забыл, что ты сказал, я не разлюбил архитектуру. Я не разлюбил, это первая ошибка, которую ты сказал. Вторая ошибка, что он уже не в начале своего творческого пути. Нет, товарищ, я в начале. И это правда, да. Ты всегда будешь вначале. Другого в творчестве не бывает, ни начала. Ни начала в творчестве не бывает. Творчество все, если творческая мысль, и творчество, оно всегда в начале. Я, например, физически не могу говорить ничего того, что я раньше придумал. Мне тошно. Я могу говорить только то, что я думаю, выдумываю вот в этот момент. Тогда мне самому интересно. И людям становится интересно, потому что люди очень тонко улавливают, а интересно ли докладчику то, что он говорит в этот момент сам. Если они чувствуют, что ему это не интересно, они тоже теряют к этому интерес. Но тут другое дело несколько. Я не очень понимаю, с кем я вот сейчас общаюсь. С друзьями, с какой-то случайной ассоциацией русских в Лондоне. Ясно одно, вы все не теоретики архитектуры, а я посвятил ей именно 50 лет своей жизни. И что я буду с вами обсуждать? Позиции свои в теории архитектуры, да их никто не обсуждает и в России, теоретики их не обсуждают. Я за 50 лет написал 3500 текстов. Я все эти тексты опубликовал.
их кто-то читает, но никто на них не реагирует. Никто ни разу серьезно не возразил, не поддержал. Как после этого жить? Как можно существовать после 50-летних непрестанных трудов? Иногда я в день пишу по 3 текста, по 2, по 1. Все это публикую в интернете, все это доступно миллиардам. И никакого ответа. Была премия Александра Михайловича Пятигорского. И меня одна московская журналистка выдвинула там на эту самую премию. Я прошел там шорт-лист попал, но не был достоин этой премии. До этого я написал книжку под названием «99 писем о живописи», которую с подачи такой московской искусствоведа Галины Ильшевской издала Прохорова в своем издательстве НЛО. Книжка быстро разошлась, не вызвала никакой критики. Но ее нельзя купить, ты знаешь, ее нету. Нет, купить ее можно, как было, пока она была. Тираж кончился очень быстро. В этом году обещали они переиздать, но не переиздали. Я даже не знаю почему. Но тоже никакого отклика. Ну, некоторые говорят, что вот здорово написано, книжка интересно читать. Но никакой разговора на эту тему ни с кем не возникло. Ни с искусствоведами, ни с художниками. Нет. У меня ни с кем нет разговора. Саш, тебя боятся. А? Тебя боятся. Никто меня не боится. Я боюсь. Я пару раз что-то вякнула у тебя там в журнале. Ты очень сурово ответил мне. И это не испугало тебя? А ты что, ждала, что я на это вяканье, так сказать, растекусь вообще по полу слезами? Нет. Раз вякнула, значит, значит, не боишься. Нет, бояться заранее. Ты, значит, не боишься меня? Ты обижена на меня? Нет, не обижена. А? Нет, не обижена. А тогда почему боишься меня? Вот я вообще не понимаю людей, которые боятся меня. Это все фальшь, это не боязнь. Страха никого нет. Люди не интересуются тем, чем я занимаюсь. Им не интересно это. Вот этого я боюсь. Но я ничего сделать не могу. Мне это не интересно. Моим коллегам-архитекторам абсолютно не интересна теория архитектуры. Хоть ты трясь. Подожди, ну в блоге, понял, уже люди возражают, участвуют, подхватывают? Нет, никто не возражает, никто не подхватывает. А рецензии на книжку о живописи были? Ни одной. То есть ты хочешь сказать, что ты живешь без собеседника? Абсолютно. И поэтому, проработав 50 лет в области теории архитектуры, я решил поставить жирную точку, насколько могу нажать на тормоза и перейти на живопись. Почему? Потому что вот живопись... Она не нуждается в собеседниках уже потому, что она говорить не умеет. Она немая девушка, но она живая очень девушка, и с ней мне легче жить. Она, картины, которые я пишу, они как дети. Они все у меня свои, я их люблю, я уже не один. Их уже 80 детишек появилось в квартире, в доме. И я очень этим увлекся и решил напоследок в жизни использовать этот шанс и стать художником. Дико амбициозный шаг, который даже, боюсь, есть ли какая-нибудь параллель в истории, когда человек в 75 лет поменял профессию, так сказать, и направление деятельности. Это необычно, правда? Необычно. Может, вы знаете кого из таких? Я не знаю. Я только знаю, что когда ты устроил у себя на хуторе выставку, выложил вдоль фронтона, да. Если это было интересно, я пожалела, что я не могу на это прийти и посмотреть. Случайно приехали два человека пожить ко мне на 3 дня. Я их попросил помочь мне вынести картины и поставить их под дом. Теперь следующее. Поэтому я не знаю, как и о чем с вами разговаривать. Абсолютно не знаю. 3 части моего выступления будут называться. Одно М и Ж. Второе КПК. А третье КГБ. Теперь попробую расшифровать. М и Ж это... Сортир. А? Сортиры? Нет, это живое и мертвое. Никакого отношения к мужчинам и женщинам как будто не имеет, хотя может быть, в твоих словах есть правда. И на самом деле, может быть, жизнь и живое и мертвое имеют коннотации к полам, к мужчине и женщине. Кто из этих полов живой, кто мертвый, я не знаю, но тайная какая-то мысль есть, что это связано начало. Помнишь? Теперь КПК. Это коммунизм против капитализма. Это не китайская народная республика. А коммунизм против капитализма.
И третье, КГБ – это конфликт голоса и буквы. Я всегда говорил, что слово «провокация», достойно уважаемый КГБ, по-русски означает «за голос». Вызываю голос, да? За голос, за голоса, так сказать, оглашение. То есть провокатор – это тот, кто понуждает человека говорить громко, что он думает, голосом. Теперь, значит, все эти темы связаны, и я вижу корень современной ситуации и ее проблематику, а я считаюсь радикальным пессимистом. Я считаю, что гибнет культура, гибнет архитектура, гибнет искусство в наше время. Безнадежно гибнет и умирает. И причина – это борьба голоса и буквы. Один из любимых авторитетов по жизни – это Маршал Маклюин, который написал несколько замечательных книг, в которых обсуждал воздействие изобретения алфавита на мировую культуру. И действительно, чтобы люди догадались о звуке, улетающие у них из горла и рта, и улетающие в уши, изображать какими-то значками на книге или на бумаге, это нечто необъяснимое и чудесное. Но последствия этого у Маклюина хорошо описаны, как очень радикальные, драматические последствия для всей мировой культуры. Теперь КПК, коммунизм против капитализма. Когда я был молод, как вы, я очень полюбил архитектуру, и почему-то я считал, что архитектура в Советском Союзе при коммунистической партии не может развиваться хорошо, а она может развиваться в демократическом обществе наподобие Америки. И это убеждение жило во мне до тех пор, пока я впервые не приехал в Лондон. Я не понял, что мне не нравится современная английская архитектура. Я утратил эту любовь к современной архитектуре, начиная с Лондона. Правда, я полюбил городскую старую архитектуру Лондона 17-18 века. Но главное, что я все-таки думал, что где-то в туризме архитектура может развиваться. Там не жил Сталин, там не было политбюро, там не было коммунистической идеологии. И вдруг я вижу, что в Америке тоже теория архитектуры и архитектура гибнет, хотя без всяких авторитарных режимов. Влияние коммунизма отчасти сохраняется, потому что, как вы знаете, английские передовые архитекторы находились под большим влиянием французской философии 60-70-х годов, а она, в свою очередь, была под большим влиянием марксизма. И новая критика была марксистской критикой. Но этот взрыв любви к философии у американцев, особенно к французской философии, привел сегодня к тому, что и американская архитектура утратила свою жизненность, и все становится подчинено механическому, математическому, техническому дизайну. Архитектура исчезает. Я хорошо слышу? Меня слышно? Эти слова должны доноситься до уха даже плохо слышащим. И вот, значит, вот финал. Это конфликт голоса против буквы. И он для меня стал неожиданно звучать по самый последний год. Я пишу в своем институте, я работаю до сих пор в Институте теории истории и архитектуры в Москве и оскорбляю своих сотрудников количеством опубликованных мной статей. Когда я приехал, сказал, что за 3 года я публиковал 1000 статей, ответ мне было не гробовое молчание, а просто какое-то кишечно-полостное молчание. Я даже не могу сказать, откуда шла, так сказать, такой ужас, который произвели на все эти слова, сверхъестественные. И меня тогда сильно подолбали. Наш директор сказал, ну хорошо, 1000 статей вы написали, а где вы, кто их опубликует? Я их всех опубликовал, говорит, там. Ты будешь читать, я говорю, читай около 1 000 000 человек. Тогда он вдохнул и сказал, ну хорошо, я прочел 2 из этих 1000 статей. Они мне понравились. И
это понравилось, вот это занятное вот, сила устного слова. Это слово понравилось, звучали, будь они прокляты, примерно так. То, что они ему понравились, усугубило их тлетворный смысл, безнадежность и пустоту. И вот в этом году, приехав на очередной ученый совет и привезя новый отчет, тоже большой, тоже с 1000 публикаций, я решил перейти вот в наступление. Не просто сообщать им, что я делаю того, что никто никогда не делал. Да, кстати, никто больше никогда не читал мои статьи, там не обсуждались мои идеи. В институте никто этим не интересуется. Все абсолютно безразлично, что такое теория архитектуры. И тогда я сказал, знаете, вдруг сказал им странные слова, которые не были даже в отчете, я их в автобусе придумал, покуда ехал в институт. Я говорю, давайте отбросим эту несчастную наукоманию, мы все время архитектуру наукой кличкаем, наука, наука, все наука. Надоело нам эта наука, наука никакого толку не дает, она порождает только высокомерие и глупость в архитектурных головах. Давайте займемся эзотерикой. Слезы, рыдания, аплодисменты. Как это все объяснить? Думайте сами. Наконец-то эзотерика. Надо сказать, что при этом ни я не понимал, что такое эзотерика. Вот я хотел спросить. Ни они не понимали, что такое эзотерика. Это была магия самого слова, произнесенного, еще не написанного нигде. Но оно уже произвело магическое впечатление окружающих. Откуда, что? Ну, раз уж так нравится эзотерика, извольте, господа, я буду заниматься эзотерикой. Эзотерика – это тайное знание. Что а сегодня есть тайное знание? Только оно и есть. Всякое знание всегда тайное. Чем выше ученый, чем более мудрее философ, тем больше он знает того, чего не знает никто, даже в его профессии. Тем в большей степени он является собой чудо познания. И объяснить свои мысли другим ему очень трудно. Они расходятся в приложениях, в каких-то технических результатах, но на самом деле понять, что думают эти люди, а главное, что они придумают завтра, никого даже малейших идей. Уж если говорят, что знание это доступно всем, но вот прогресс этого знания, движение никому абсолютно непонятно. Но мне-то это нужно не для этого. А для того, с чего я начал, живое и мертвое. Я долго обвинял современную архитектуру, а? Сырое и вареное? Нет, сырое и вареное это Ленин-Строс. Лепом? Да, нет. Сочинено. Живое и мертвое. Я спрашиваю, почему ты считаешь дизайн мертвым? Архитектура живая. Откуда это такая нелепая идея? Мы живем вокруг нас дизайн, мы его очень любим, мы наслаждаемся дизайном. Наконец-то демократическая культура дает всем игрушки по вкусу, соски по размеру рта, так сказать, все эти побрякушки. А я говорю, да я не знаю, что такое живое и мертвое. Я говорю об этом как о своей интуиции, а вот сказать вам, чем отличается живое от мертвого, я не могу. Накануне, вчера, вечером долго думал, что бы вам сказать, с чем отличается живое от мертвого. Ну, считается, что живое движется, а мертвое не движется. Ну, правда, что-то там движется и мертвое. Какие-то астероиды, планеты движутся. Тогда второе отличие, что живое обменивается со средой, а мертвое не обменивается со средой. Ну, тоже относительно. Что? Чем отличаются природы? Я сейчас говорю о живом и мертвом. Я понимаю. Я не говорю о природе. Пандан. Это я тебе пандан. Нет, а чем отличаются женщины от мужчин? Чем отличаются дети от покойников? Много есть интересных вопросов, но надо их задавать по очереди. Да, извини, я без очереди. Да ты видишь, тебя сразу заинтересовала природа и культура. Вот, молодец. Вот поэтому тебя блог и не пишут. Причем тут мой блог? Я массу пишу о природе и культуре. Я сейчас делаю удивительно узкий, странный доклад для непрофессиональной аудитории, которая не объединяет профессиональную принадлежность. Начинаю с того, что можно, что непрофессионально. Что такое живое и мертвое? Нет специалистов по живому и мертвому. Ну, по-живому есть биологи, а кто специалист по мертвому? Тонатология какая-то. Где специалисты по мертвому? Мы не знаем, что такое живое, что такое мертвое. Первое, значит, что живое движется, вроде бы, так сказать, мертвое нет, потом живое обменивается средой, белками там и чем угодно еще, нет. И последнее, что живое рождает, а мертвое не рождает.
Слушай, если ты хочешь всех кругом насекомить, это очень легко сделать. Насекомить? Вот, да. Я... Мы тебе легко это позволим. Подождите, я произвожу впечатление человека, который хочет кого-то унасекомливать? Ну да, дайте я хочу понять что-то, а ты мне не говоришь. Тогда не говори, что я хочу кого-то унасекомить. Это не дурное начало для вопроса. Саша, не заводись. Ну, тут я пришел, чтобы завестись. Как же я могу не заводиться здесь и сейчас? Вот уйду отсюда, разведусь и буду спокойно дрыхнуть. Ну хорошо, Саша, а тогда живое и мертвое, и органическое, и нет. Пожалуйста, да. Вот а тут еще живое и неживое, новая глубокая мысль. Нет. Как будто слово «нет» так много значит. Значит, что потому значит? Что мертвое – это то, что было живым, а стало мертвым. А неживое никогда, оно не живое. Абсолютно. Камень, он не мертвый, он не живой. Это разные вещи, по-моему. Может быть и разные, но почему ты думаешь, что мертвое, все мертвое не было живым? Откуда такая мысль? Ты начинаешь обсуждать, что такое живое и мертвое, и уже знаешь, понимаешь, нет, что мертвое было живым. Откуда ты это знаешь? Из понятия. Из понятия? Почему? А что из понятия? А что такое смерть? Ну, я видел. Смерть предполагает, что до этого была жизнь. Ну, вот вы правы. А мертвое это стало быть подвергшейся смерти. Вот вы правы. Это один из тупиков решения этой проблемы. Если мы за неимением лучшего слова мертвое ассоциируем умершим, ну тогда так получится. А я это так не ассоциировал. Я ассоциировал мертвое тело, просто которое не имеет жизни, не которое было живым и умерло. И буква «не» мне ничего не говорит. Она вообще еще меньше значит, чем слово «мертвое». То, что ты сообразила, а что... Минутку! Я докладчик. Ты докладчик, я дурак. Да. Слушай внимательно. Значит, добавляя «не», Наташа, ты повторяешь, я думаю, ситуацию массы философов, которые думали, что отрицание, логическое отрицание, рождает смысл. Нет, оно не рождает. «Не живое» не прибавляет смысла к слову «живое». Это формальное отрицание. Не живое, не человеческое, не доброе, не культурное, не природное. Это «не» живет как одна из тайн языка, которая вот двумя буквами все отправляет Бог знает куда и оставляет неизвестно что. Это не путь познания. И предлагая мне вместо ошибки пустое формальное словотворчество, ты совершаешь гигантское преступление. Я ничего не говорю, я пытаюсь понять. А вот попытки понять я очень радует. Действительно надо. И я тебе объясняю, что пытаясь понять с помощью формального отрицания, ты никогда ничего не поймешь. Okay. Но если ты говоришь, что все мертвое когда-то было живым, я думаю, да. Все мертвое, тогда это очень интересная тема. Тогда кроме живого нет вообще ничего. Ничего мертвого нет. И такая философия существует. Что идея мертвости это культурный фантом, ничему не соответствующий действительности. Как, например, фантом неиндивидуальности, без индивидуальности, без личности. Вот я в последнее время читал философа и ученого такого Ильяна Муравьева, который говорит, что все индивидуально в космосе. Каждый атом Вселенной индивидуален. Нет ничего неиндивидуального. И мне эта идея очень понравилась, потому что, по-моему, она совпадает с основной гипотезой эзотерики. Эзотерика говорит, что в космосе, в мире, нет места неиндивидуальному. А какая часть тайного знания в данном случае покрывается понятием эзотерика? Потому что существует довольно большая разновидность разнообразного тайного знания. Какая часть? Да, в случае. Ну ты же определяешь понятие. Да? Нет, никогда не определял. Не вообще. Да, вообще определять понятие не моя работа, меня все предстают, даже любимые мои. Ну хорошо, ты не определяешь понятие. Чем определяешь? Чем определяешь? Ну ты его используешь. Использую. Используешь. Эзотерика. Да. Это что? Это тайное знание, правильно? Я эзотерику знаю из нескольких источников. Я увлекался Гурджиевым. И вот биографический момент. Я поступал в 1958 году в Институт кинематографии.
к кинорежиссеру Руму, как его звали? Михаилу Руму. Сдал все экзамены прекрасно и должен был к нему пойти. Но меня не пустили в эту группу Рома, задав провокационный вопрос на экзамене по истории, которая, в общем, была политическим предметом. Мне сказали, вот расскажите, пожалуйста, о Петре II. Мне было 16 лет, я окончил школу, в школе нашей о Петре II ни звука никогда не было сказано. Я всю жизнь потом пытался понять, что сделал Петр II, так до сих пор не смог. Ну, сказал мне преподаватель, если вы хотите стать кинорежиссером, даже ничего не знаете. И Петр II умер в 13 лет, ничего не успел сделать в России. Единственное, что он успел сделать. Успел, умер рано. Вот. И меня брали в институт на второй поток телережиссеров. И я, обнаглев или исполнившись какого-то неистового снобизма, сказал, ну нет, на телевидение я не пойду. Не хочет человек, и не взяли. Я месяц сдавал экзамены, сдал 23 специальных экзамена. В общем, правила сочинения Андрону Кончаловскому, который неправильно ставил запятые, а я только что окончивший школу и ставил его правильно. И никто из окружающих меня даже не сказал, ну что ж вы сами? Что ж? Сдавал месяц экзамен, тебя беру. Вот подумай, быть в 16 лет принятым в ВГИК, это же знаешь, это что-то. А что родители сказали? Ни слова. Ни слова не сказали. Ну, не хочешь. Мама сказала, хочешь стать кинорежиссером? Да. Будешь снова поступать? Да. Она говорит, ты лучше окончи институт, которым Эйзенштейн учился. Я говорю, что за институт? Институт гражданских инженеров, архитектурный факультет. И я послушался. И пошел в институт гражданских инженеров на архитектурный факультет. Учусь курс, учусь второй. Тупица. В архитектуре не бум-бум. Со мной никто из... Однокурсников они не разговаривают. Бесполезное дело. Так махмашут на меня рукой и все. Вдруг идет по коридору человек, несет в руках книжку. Я говорю, что у тебя за книжка, Коля, в руках? Такой у нас Елкин Коля. Да это книжка Райта, будущая архитектура. Ну дай почитать. Я прочел эту книжку и на всю жизнь стал безумным влюбленным в архитектуру. Через год после чтения этой книжки я стал лидером архитектурной мысли на факультете. Мои проекты приходили смотреть. И 50 лет я бьюсь, как бараном Новые Ворота, в архитектуре. Много позже я узнал Гурджиева. И увлекся Гурджиевым. Еще позже я узнал, что второй женой Франка Ллойда Райта была любимая ученица Гурджиева, Ольга Ивановна, которую по-английски называют Ольга Ивановна. Так вот эта Ольга Ивановна взяла Гурджиева за уши и научила его, как все делать. Телезином руководила, говорит, даже книги и проекты за него делала. Зашелся какой-то круг. Странным образом Гурджиев, появившийся в моей жизни без всякой связи с архитектурой, он ей не занимался, без всякой связи с Райтом, оказался, в общем, замкнутым в этом кругу. А потом, когда я подумал, что и Кан, которого я последним любил, был эзотериком, и Мисс был эзотериком, и Корбюзье был эзотериком, и что вся западная авангардная архитектура вообще в конечном счете это эзотерическое изобретение. Хотя оно прикрывало свой эзотеризм фиговым листком науки и техники. Сейчас молодые люди идут заниматься архитектурой, движимые только величием этого слова. Кто ты? И они говорят, я архитектор, Боже правда. Чудо какое-то быть архитектором. На самом деле и связь масонства непонятна. Я потом долго занимался тамплиерами и вот этими богомилами, разными ересями 15 века. Книжки ты здесь откопал, помнишь, в Лондоне? Да, были много об этом писали. Они потом поссорились с папой Филиппом, который с них требовал денег. В общем, их ограбил, всех расстрелял, посадил. Они бежали в Шотландию из Франции. В Шотландии сложился мощный там орден тамплиеров и масонский ордер. Вот тут неподалеку от нас есть тамплиер, это храм тамплиеров. Это все я тоже как-то вот впитывал, но никогда это так... все не соединялось в какую-то картину. И вот когда две недели тому назад примерно с этими идеями выступал в Новой Голландии, в Питере, которую на деньги Абрамовича сейчас превратили в изумительный культурный центр, там все починили, там все отремонтировали,
и в каком-то еще большем, чем этот зал, меня спросили. Ну что, скажи, назовите мне хоть одно здание, в котором эзотерика чувствуется. Я говорю, что? Вы в нем сидите, надо было сказать. Нет. Египетские пирамиды. Вот есть такая часть еврейского учения, она называется каббала. Так по ихнему человек, во-первых, знания до сих пор открывали только мужчинам. Во-вторых, человеку должно быть за 40. Только тогда он может приступить к вот этой самой каббале. Не за 40, я тебе думаю. Нет, я за тебя очень рада. Я хочу тебя спросить, какое это иннознание ты имеешь в виду? Какое? Вот какое я имею в виду, это точный вопрос, потому что я не буду отвечать за каббалу, я не каббалист, не изучал никогда каббалу. Но я считаю, что за тайна, которую владеет эзотерик? Это тайна о нем самом. Эзотерик не знает самого себя. Более того, он это незнание самого себя возводит в предмет, основной предмет всякого учительства. Как отвечал Гурджиев на вопрос, а чему вы учите нас? Я учу вас быть самими. Это с точки зрения современной научной вот дискурс звучит не очень убедительно, а мне кажется, очень глубоким. Вообще-то каждый великий ученый знает много из того, чего не знают даже его профессиональные ученики и коллеги. Ну, не знает он. Вот, больше знает, там, скажем, допустим, тот же самый Бор больше знал, чем ученики Бора. Так что тайное знание есть у всех, у ремесленников, у ученых. Но у эзотериков это знание тайны не просто тайна, оно касается незнания самого себя и постулирования того, что человек есть существо, не знающее самого себя. И эта его природа является плодоносящей для всей его культуры. Вот можно, Саша, тебя спросить? А как по-твоему, вот то, о чем ты сейчас говорил, эзотерическое знание, относится вообще к непознаваемому. Потому что, как мы знаем, вообще есть огромное количество вещей, которые принципиально непознаваемы. Ну, включая даже простые вещи, внутри которых мы живем. Время, бесконечность. Скажу две вещи. Во-первых, мы знаем, что есть непознаваемое. Вслушайся в эти слова. Мы знаем, что есть непознаваемое. Это что мы чувствуем это? Знаем. Это Сократ сказал. Единственное, что я знаю, что я ничего не знаю. Мы знаем, что есть непознаваемое. Второй ответ. Я написал. Есть слово «тайна». Я спросил в своем эссе, а как возникла тайна? Генезис тайны. Когда человек узнал, что есть тайна. И ни в одном тексте, в котором говорилось о тайнознании, о таинственности, не исследовал. Шукуров такой есть, хороший искусствовед, занимавшийся арабской культурой, написал книжку «Искусство и тайна». И там он на многих примерах показывает, сколько тайн было в арабской живописи, в арабском архитектуре, пластике. Но он не спрашивает, что такое тайна. Я задумался, откуда берется тайна, каков генезис тайны. Я пришел к ответу, пока гипотетически. Тайна рождается из страха. Страх же не является знанием. Страшно то, что пугает, но не дано, ни зрению, ни ощупью. Вот то, что пугает, не существуя и не зная этого, в темноте, например, это есть тайна. И генезис тайны сам по себе является, ну я не побоюсь сказать, взять на себя ответственность, колоссально важной отраслью культурологии и теории культуры. Для того, чтобы понять всю драму познания истории культуры, нельзя обойти тайну так бочком, стороной, пройдя ее мимо, потом считать, что она уже всем известна и что она уже родилась. Нет. Рождение тайны, как понятие и категории, само по себе один из кардинальных вопросов теории познания и эзотерического, и неэзотерического.
Вся наука открывает эти тайны, все вертится вокруг тайн. Тайны остаются непознанными или они заменяются псевдознаниями, которые подсовываются в виде идеологий разного рода, религиозных, политических, и которые как бы на время этого чуда, тайны связаны с чудом, лишают. Это страшно интересный для меня, например, просто вопрос познавательной инициативы. Я этим увлечен. Но важнее другое для меня, что когда вслед за Муравьевым, я, скажем, приму эзотерическую точку зрения, хотя он не был эзотериком, что все на свете, и весь мир индивидуален, что нет ничего не индивидуального, то это ставит все вопросы о гуманизации, человечности вообще на новую основу. Нет ничего не индивидуального. И атомы индивидуальные. Вопрос, который возвращает нас ко второй части моей лекции, болтовни, так бы сказать. Это коммунизм против капитализма, капитализм против коммунизма. Здесь вопрос о масштабе. Вот очень интересно, что коммунизм откладывал тайну на большой временной дистанции. Он был мышлением о недостижимых пределах далеких. Кроме Хрущева, никто коммунизм за 20 лет не навещал свой. А вот капитализм обошелся с прошлым, снизив масштаб. Он на 5 лет вперед смотрит и занимается дизайном в 5-летней перспективе. И вот эта 5-летняя перспектива и бесконечность коммунистического проекта, они вот так вот и живут. 5-летний работает, а бесконечный сдох. Но оказывается, что сдох, а последствия будут не очень веселыми. Не такими веселыми, как магазины безделушек на Covent Garden. Я не ясно выражаюсь. Ясно. А как ты определяешь слово «тайна»? Я повторяю, я никого никогда не определял. Нет, я выкинул это слово из своей головы в 20 лет, Марина, и запретил себе пользоваться этим. Ты нам говоришь «тайна». Какая тайна? Что ты имеешь в виду? Вот для меня тайна, например, то, что у тебя в голове. Для меня это тайна. Для меня тайна в голове, это ничего не значит. Она не в голове. В голове серое вещество, и то не всегда. Тайны существуют в культуре, а не в голове. А в культуре они существуют потому, что живое существо под названием человек оказалось наделено способностью испытывать страх. А где страх? Эзотерика никогда не даст последних определений. Это не наука, это не энциклопедия. И наука никогда не даст последних. И религия никогда не даст последних определений. Я бы так решительно про религию не высказывался. Догматическая теология опирается на буквальные, письменные источники веры. Но это не есть последнее определение? Нет, поскольку определение вообще бессмысленный термин. Это то, что кладет чему-то границы. А как мы можем положить границы там? Или это то, о чем договорились? Есть тысячи понятий, о которых люди договорились. И только поэтому они так или иначе, на то время существует человеческая культура, понятия меняются в этой связи и знания, и меняется объем непознаваемого. Что из этого речи происходит? Да ничего. Вот именно. Поэтому зачем ты его произносишь? Того, что ничего не следует. А разговор продолжается. И всякое чудо, вот мой любимец Саша Пятигорский говорил, что самое важное, он говорил, продолжать говорить. Правильно. Говорить с друзьями. Вот мы этого не знаем, но мы продолжаем говорить. И вот эта тайна, одна из тайн наших, мы не знаем, о чем мы говорим, но мы говорим. В это время страх преобразуется. Преодолением страха было получение человеком имени. И имя это было тайным, и его нельзя было никому открывать. Оно давалось в инициации. Фактически и эмпирически человек, который узнавал, что его зовут там Ястребиный коготь или Первый лотос, он чувствовал за собой какую-то поддержку, позволявшую ему преодолевать свой страх. Это одно из чудес Логоса, языка, что о
следующий звук, который обозначает магическую защиту от вражеских сил, от страха, от смерти, от ужаса. Даже не от смерти, а от ужаса жизни, от ужаса существования. Вот вспоминая это слово, свое имя, которое нельзя было никому открывать, потому что тогда бы страх появился. Оно единственное, только в тайне хранимое слово имени охраняло человека от страха. Это загадки антропологии, Миша. И сколько бы ты вот так не форсировал этого в историю, ничего не получится. Все равно это остается нами ничего не познанного. Что значит разумеется? Разумеется означает понято, что это остается непознанным. Кем? Тем более того, тем, кто отвечает вот тебе на вопрос. Вот я тебе ответил. Ты сам вопрос себе ответил на твои. Ты сам себе ответил на твои, так сказать, риторические громкие слова. Только я вспомнила, что у меня с собой есть записалка. Можно я буду записывать? Включить можно? Потом пошлёшь в КГБ? Потом пошлёшь в КГБ. Сань, а вот в твоем личном опыте есть что-то необъяснимое, загадочное, таинственное? Да полно. И моя жизнь соткана из таких вообще необъяснимых событий. Просто даже смешно рассказывать. Ну, парочку. Вот, например, московские пожары спасли меня от смерти. Как так? Очень просто. Старая история рассказана себе. Мне позвонила знакомая, говорит, у меня есть в Москве девушка одна, она страдает от этих московских пожаров, ей нечем дышать. Позволишь ей приехать к тебе на хутор? Говорю, ну пусть приезжает. Кто она? Жанна Агузарова. Певица. Точно. Ты знаешь ее? Ну, кто же не знает Жанну Агузарову? Вот, все знают Жанну Агузарову, вот, да? А что такое тайна, никто не знает. А Жанна Агузарова все знает. Чем лучше, поэтому Жанну Агузарову читаем. Ну, я говорю, давай, я ее очень люблю, пусть приезжает. Через минуту звонит звонок. Говорит, это Саша, да? Это Жанна, говорит, я к тебе приеду, пока. А если вот он, я позвонил, говорю, слушай, я погорячился. Решение не было обдумано. Ну ладно, говорит, она, я ее пристрою там в Апшут-Сиемс. На виллу Анну приехала, устроила, там же Анна Агузарова неделю провела, а у нее было требование, чтобы никаких фотокорреспондентов, никаких интервью, никаких. Это к себе было требование? Нет, почему? Кому? Это требование к тем, кто устраивал ее отдышаться от московских пожаров. Вам Шурсенс этого не удалось сделать. Тогда и эта женщина перевозит в Мазербек к двум своим знакомым, там, одному хирургу и парикмахеру, она у них живет. Прекрасные условия, отдельная комната дома. Три дня они продержались, упали, взмолились. Так они долго продержались. Приехал я в этот дом, забрал Жанну и эту самую мою знакомую. Я буду жить с вами, я не допущу ничего, все будет хорошо. Три дня мы живем, я говорю, Жанна, три дня прошло, я свое слово сдержал, теперь давай, гудбай. И как она не сопротивлялась, я ее увез обратно в Ригу. Но это еще не конец истории. Проходит год. В мае 2011-го в Латвии начинается страшная жара. 35 градусов в мае конце. Меня на своем хуторе кусает клещ. В скобках клещи меня кусали 1000 раз. Я привык к их укусам и никогда не обращал на них внимания. Видимо, эта жара придала этому клещу особенно отвратительную, так сказать, заразительность. Прошел почти месяц, инкубационный период, я почувствовал себя как-то неважно. Пить, есть не хотелось. Я решил, что у меня тепловой удар, стал пить воду. Вдруг звонок. Звонит Жанна Дубская, такой визажист, латвийский известный, подруга этих Игоря и Даниса. Вот вы, говорит, год назад у нас тут были. Вдруг помню вас, прекрасно. А мы сегодня жарим шашлыки, приезжайте к нам, шашлыки. Я говорю, о, как я вам благодарен, вы меня вспомнили. Только вы знаете, мне сегодня в рот не лезет ни яблоко, ни лично. Никто говорит, только воду могу пить. Меня, видно, тепловой дар. Ответ, тогда я к вам, мы к вам приедем. Ладно, приезжайте. Приезжаю, я им накрываю стол, они ставят вино, бутерброды. Я говорю, ешьте, пожалуйста, вот посуда, все. Они говорят, ну и вы ешьте. Я говорю, да не могу, я не могу есть, неохота мне. А не вызвать ли вам скорую?
вызвали. Через полчаса приехала скорая, сказала, 5 минут на сборы, это инсульт. В результате я попадаю в Венспилс, месяц лежу под капельницей, оживаю, и мои умственные способности увеличиваются ровно в 3 раза. Потому что оказывается, что после инсульта башка начинает работать гораздо живее. Это один из эпизодов жизни. Как к ним относиться? Как вообще такая цепочка из непознаваемых и непознанных вещей может обладать некоторой предсказательной силой, которая нужна для того, чтобы спроектировать и построить дом, или родить и вырасти ребенка, или еще какие-нибудь такие занятия с долговременной перспективой? Хочется опираться на что-то более конкретное, кроме тайного знания. Ну, опирайтесь, я ничего не знаю, ничего не могу вам помочь. Опирайтесь на ваш опыт, я не знаю, для меня это тайна. Я не думаю, что архитектура может быть построена при опоре на какое-то позитивное здание. Никаких опытов такого рода я не знаю. Все, что в архитектуре было сделано значительно, было чудом, было откровением и покоилось на тайнознании. Ничего не могу вам помочь. Хотелось, если вам хочется не на тайну опираться, на что-то другое, путь, дорогу, ради Бога, не со мной. Я не знаю. Ну хорошо, но ведь каждая другая пирамида, она была там дочкой первой пирамиды. Вот ее там открыли, а потом померили ту и построили там много других таких же, например. Ну что? То есть получается, что есть некоторая, ну, возможно, некоторая повторяемость, как здесь террасные дома. Почему тут? Ну и что ж. Мы вот повторяем слова, смысл которых мы не понимаем. Ну, вот явление... Прекрасными пользуемся. Ну, да. Что значит слово «я»? Не знаю, но все им пользуются. Вам кажется, что ваше отношение к этому? Вам кажется, что это тупиковый путь, что это убийственный путь, что это подчиняющий культуры? Тупиковый? Террасный дом. Не знаю, террасная пирамида, еще что-нибудь, так сказать, как бы умножение и использование вещей, про которые мы не вполне понимаем, что они есть. Ну, да. Вам кажется, что это именно это привело к смерти культуры? Ну, не только это, но это одно из таких довольно заметных форм вот, умирания культуры. Вообще, у нас в научной традиции есть теории прогресса и развития, но нет теории деградации и дегенерации. Все односторонне. Берется, что все идет к лучшему, каждое новое знание хорошо, оно куда-то вписывается, встраивается. И никто не замечает, что вся эта новизна оплачивается утратой чего-то. Нет, почему? Я думаю, у Штанга написано, и, по-моему, он на Беркесна ссылается, что путь приобретения есть одновременный путь утраты. Ну, написать... Это вообще нет. Да? То, что пишет Мандельштам и Брексон, сегодня не является общим местом для нашей культуры. Ни в коем случае. Их кое-кто читает, самые посвященные люди, которые, как ты, мало кто понимает, а уж и читают точно многие. Трудно согласиться с тем, что вот в системе принятых понятий человеческих есть только все, что связано с возвышением, с прогрессом. Есть и все, что связано с регрессом. Вот тут ты абсолютно прав. Но мы и не пользуемся почему-то, как в свое время... Отвечал один шутник на вопрос, есть ли у него серфинг. Есть, но я ее не пользуюсь. Не знаю, я, например, этим пользовался, пытаясь создать свою концепцию сбалансированного или разбалансированного воспроизводства основы, так сказать, структуры человеческого общества. И там именно рассматривается, когда, по каким причинам мы можем что ты великий человек, следовательно, великий человек. Я, так сказать, ничего не понимаю. Я никогда не сомневался. Ты что узнала себе что-то новое. Спасибо, Саня. А я вот сами. Но ты, я от тебя это слышал, а архитектура, которой я владею, никогда не рассматривала вопросов деградации. Или очень редко. А если рассматривала, то в таком уродливом виде, который теперь уже никому серьезно не удается повторить, когда авангардисты говорили, что классицизм, эклектика, стиль, это все хлам, это надо все выбросить с корабля современности, надо строить жизнь, святая геометрия. Все выбросили, ничего не осталось. Ну, сейчас ты начинаешь, оспаривая меня, повторять мои же слова. Это хороший прием? Я не оспариваю тебя, я вообще не пытался тебя оспорить. Нет, но ты говоришь, что никто не... Все знают слово деградация. Ну, знать слово деградация, все знают слово «я». Я говорю о том, что принято. Все знают слово «я». Что значит слово «я»? Никто не знает. Все знают, что такое деградация. Но никто не знает, что такое деградация. Ландшафты Земли познаются и узнаются. Возникает концепция гения места. Что такое гений места? Вот это кусок ландшафта, который в силу своей физиономической индивидуальности порождает архитектурную мысль.
находится в сложном и непонятном соотношении. Но вообще ваши вопросы, я же выступаю как человек не знающий и сомневающийся. Когда вы хотите от меня получить практические советы, что же делать, а почему же вдруг я на эти вопросы... Я не хочу смотреть практические советы. Нет, я только говорю, что мне не удастся уже за остаток жизни продвинуться в этом направлении. Все, что я мог, я сделал. На это дело потребуется, если человечество будет живо, может быть, 100, 500 тысяч лет, будет все это возвращаться. Я говорю себе, перехожу на пенсию, перехожу на живопись. По объясненным мной ранее причинам. Вот в живописи я не нуждаюсь ни в дискуссиях, ни в чем. Я гораздо более самодостаточен. И живопись говорит со мной на своем эзотерическом языке цвета и света, который тоже никем не обсуждается. Саша, вот очень интересно тебя спросил. Я, так сказать, в какой-то степени был свидетелем твоего движения в архитектуре, да, почти с самого начала. И, в общем, и для меня очень важно то, что ты сказал, что вот ты понял, что ты пришел к некоторому тупику. Потому что современная архитектура как бы умерла. Да? Это не тупик. Это переосмысление и разочарование. Да. Я может, могу быть, еще продолжать это все делать. Сколько... Я, может быть, неправильное слово употребил. В чем заключается мой вопрос? Что мне было бы, например, интересно услышать. Что привело тебя к пониманию того, что то, чем ты занимался вот в архитектуре, оно завершилось. Смыслов больше ты не можешь найти тем, которые мотивировали бы тебя двигаться в этом направлении. Ничего подобного. Например, наконец, месяц тому назад я понял, почему отказался учиться на телевидении. В 58 году. Интуиция подсказала мне, что меня бы в кино тогда, мальчишку, привлекало только одно. Черный зрительный зал и внезапно вспыхивающий на нем освещенный экран. Вот это магическое светопредставление было главным в моем азарте к кинематографу. Оно исчезло и в кинозалах, и в телевидении, и всем. Это магия, тайна перепрыгивания из черноты в экран неосознанно двигала всем моим сознанием и существованием. Не может так быть, что это объяснение ты сейчас придумал? Так не может быть. Не только не может быть, но оно так и произошло, и это закономерно открывает то, что было тогда. Мы всегда придумываем то, что не в эту минуту происходит. Это нормальная работа сознания. Сегодня я это понял. А произошло это тогда. И тогда я давал этому неверное объяснение. Либо я вообще отказываюсь верить своему уму и себе самому не верить ни в чем. Я это не хочу. Более того, я и сегодня бы мог писать, продолжать эти статьи, но это изнурительная работа. Поверьте, все-таки писать 3 статьи в день без выходных в течение 20 лет – это изнурительная работа. И когда я не встречаю ни дискуссии, ни обсуждения, мне даже не нужно одобрение, но разумную критику, я говорю, хватит, стоп, выходи на пенсию, займись живописью. Я говорю, каждый человек свободен, пока это он может... Это понятно, это о себе ты говоришь, а вот об архитектуре. А при чем что архитектура? Процессы, которые происходят в архитектуре, тем, что это называется, они как-то, значит, их отражение в твоем сознании, восприятии. Вот деградация. Совершенно деградация. Вот с какого момента эта деградация, по-твоему, ты для себя зафиксировал, что дальше неплодотворно обсуждать деградацию? Я это зафиксировал не так давно, когда вот рухнули последние авангардистские теории американцев, идущие вслед за Делезом, Деридой, Роланом Бартом и постструктурализмом, деконструкцией. Это я понял. Значит, но там это произошло. Окончился журнал Positions, исчезли все эти и певцы, и наша советская архитектурная критика потеряла всякие шансы о чем-нибудь писать, потому что единственное, она умела писать о том, как заблуждаются американские теоретики. Когда американские теоретики перестали заблуждаться, советской архитектурной теории и критики делать стало просто нечего. Я это вижу много. А во мне самом, к счастью, за это время
накопился верно какой-то опыт, я не боюсь о нем судить, это надо судить со стороны, который позволил мне мужественно нажать стоп-сигнал, взять в руки палитру и краски, пойти в соседнюю комнату и начинать писать картины с такой же скоростью, как я писал тексты, по картине чуть ли не в день. Как я могу это объяснить? И вижу, что потрясающий эффект. Я стал молодым, зажил какой-то новой жизнью, веселым, мне никого не надо, мне не надо больше мнений моих сотрудников. Вообще живопись обладает тем, что она живет с художником не так, как текст ученого с самим ученым. Вот. Знаешь, вот ученый или философ, написав текст, сам начинает в нем сомневаться. А художник, написавший картину, он оставляет его как ребенка рожденного, он в нем не сомневается, он рождает другого. И они оба живут дома, каждый по-своему, один такой, другой сякой, оба любимые. А ученый не может. Заставь меня редактировать эти 3000 текстов, я тут же начну их переписывать. Потому что просто физически не могу повторить то, что я писал 3 года тому назад. Я сегодня-то знаю об этом больше. Интересный феномен, который вообще очень интересно мне пришло в голову, что все познавательное успехи человечества зависит от того, что мир изменяется с меньшей скоростью, чем изменяется знание. Но если мир начнет изменяться быстрее, если звезды начнут гаснуть, вымирать растения, то мы ничего никогда не узнаем, потому что мы достигнем 2 шага в познании, а он уже на километр ушел вперед в своих изменениях. А мир не обязался никому развиваться так медленно, чтобы людям было приятно и удобно его познавать. Правда? Более того, мы знаем, что если верны астрофизические концепции, то в первые миллисекунды возникновения Вселенной произошло столько, что за 1000 лет работы философии не поймешь. Возникли Вселенные, возникло пространство, время. Как это все? Друзья, мы исчерпали вообще-то говоря... Подожди, расскажи про Вольфа Мессинга. Ну что, про Вольфа Мессинга? Зачем? Ну это уже... Расскажи. КГБ это вот когда голос против буквы. Вот мы сегодня живем все-таки в письменной культуре. И письменная культура, хотим мы этого или нет, заставляет нас относиться к словам как к фиксированным и неподвижным элементам вот этой самой передачи и тиражирования текстов. Сначала это был гутенбергский станок, сегодня это копирование на интернете. Голос живет иначе. Голос, во-первых, всегда индивидуально в этот момент исходит и до каких-то ушей доходит в этой ситуации. Буквы уже не знают ситуации. Берешь книгу, читаешь ее, когда она была написана, в каком настроении, где печаталась, неизвестно. И вот, с моей точки зрения, сейчас нет в этом возможности углубляться, но отчасти я понял, что, например, эзотерические школы, вот тот же Гурджиев, они всегда строились не на букве. Он вообще-то ничего не писал, он только перед смертью начал записывать, потому что никогда считал... Только устная речь, только устное общение. Вот учитель и ученик. У Пифагора там особое было. 5 лет вообще запрещали говорить, только слушать, потом начинали говорить. И вообще фонетика, звучание голоса, интонации, они всякий раз разные. И вот каждый из вас, слушая то, что говорю, я слышу другое. И с этим ничего нельзя сделать. И я, прослушав свою магнитозапись, услышу в ней другое, чем я переживаю в данный момент. И вот эзотерика, она в какой-то степени претендует на устранение этого трансцендентного разрыва, порожденного графической письменностью. Это точка зрения не моя, Маклюина. Но советую вам просто погрузиться в Маклюина, вы найдете в нем ворох блестящих книг. Уже слово книжки, которые это называют? 2 есть. Understanding Media, это одна, за понимание медиа, и другая... Галакси Хутенберга, Алексей Хутенберг. Ну, есть еще ряд статей, но это замечательный ученый. Ну, конечно, не он один, и все, но в частности, он оказал на меня большое воздействие. Я думаю, что он один из недооцененных. Кстати, его тексты тоже очень часто считаются непонятными. Он торопился, мысль пережала перо, так сказать, бежала так. Но он... Блистательный анализ Шекспира в некоторых случаях давал, лейкистов. Ну, в общем, это все очень интересно. Я хочу сказать, что вот то, что я сегодня говорил, можно продолжать, можно рассказывать про Мессинга, про мою бабушку.
про мою половую, неполовую, историческую, национальную, прочую жизнь. Но это все бесконечные истории, не вмещающиеся ни в один доклад, ни в один текст. В этой встрече я хотел просто вам не говорить, а демонстрировать себя. Вот если мне удалось продемонстрировать того, как я говорю, думаю, смотрю на вас, а? Удалось. Голос мой при этом. Вы напрасно думаете, что я злюсь, что я агрессивен. Вы так думаете. Хорошо, что не думаете, но иногда я думаю, я чувствую, что из меня это исчезает. Это было в юности. Я был гораздо более агрессивен в юности. Я это помню. Да. Я сейчас гораздо менее агрессивен, но не менее радикален. Я сейчас более радикален и менее агрессивен. Я отмечаю, что спадение агрессивности и рост радикализма – это очень обнадеживающая и любопытная форма становления. А? А? Это возраст. Это возраст, это то, что к нему находится. Не только возраст. Не только. Многие люди с возрастом этого не достигают и наоборот коснеют в своем первоначальном агрессивном проекте. Я знаю Сашу дольше, чем кто бы ты ни был в этой аудитории, 51 год. И хотя у нас были огромные разрывы, так сказать, по времени, ну, как-то жизнь складывалась по-разному, но я думаю, что всегда у каждого из нас друг на друга, как иначе, оставалось некое боковое внимание такое, да. И я могу констатировать, что то, что, что мне сегодня, чем ты меня сегодня порадовал, тем, что ты такой же живой, такой же ясный, такой же глубокий, каким был и раньше, когда ты был молодым, и когда ты был агрессивным. И когда ты во многих вещах, как мне казалось, иногда заблуждался и так далее. И поэтому я с глубокой благодарностью отношусь к твоим сегодняшним высказываниям, несмотря на то, что мы могли бы бесконечно долго обсуждать, самых разных направлений. Вот. Я очень рад, что мне удалось снова тебя увидеть. И дай Бог тебе доброго здоровья. А я добавлю, что ты дал мне в руки в свое время доклад Денисовецкого, да? Стенограмму доклада Денисовецкого на семинаре у Щедровицкого, посвященного Корбюзье, которым Денисовецкий вообще больше никогда в жизни не занимался и не интересовался. И вот этот доклад привел меня к Щедровицкому, к школе методологического мышления. 10 лет я там. Я помню, я даже тогда дал тебе письмо, по-моему, к Юрию Петровичу. Может, и более того, потом, когда ты оставил в моих руках свой сектор общетеоретических проблем, а я, когда уходил из института, я передал его Щедровицкому. И он уже до конца своих дней вот руководил этим нашим с тобой сектором и умер в этой же... В этом же должности, да. Нет, поэтому я тебе очень тоже этим обязан, и все. Но это все было случайно и чудо. Я мог не заметить этих страниц в твоей руке, ты нарочно не стремился распространять для меня Денисовецкого. Но вот все так совпало, сложилась жизнь. И сегодня ты пришел, увидел. Я очень рад, что ты находишь то, что в чем-то я сохранился, но меня больше радует в том, в чем я изменился. А я сильно изменился. Разумеется, как и все мы, но просто ты остался живым, я знаю многих из тех, кто живым относится к кругу наших сверстников, чьи мозги засохли. Ну, не буду даже называть здесь фамилии, очень много из наших знакомых. Может быть, кто засыхает, то я вам благодарен за то, что вы пришли меня послушать. Я далеко не уверен в том, что я говорю. Кстати, приезжай еще, мы тебя еще будем слушать. Да. Да. А нет, но вот вообще... Большая радость слушать человека, который говорит то, что думает, и более того, говорит то, что он думает в эту минуту. Да. Это большая отвага. Когда человек говорит то, что он думает в эту минуту, это редкий случай, потому что обычно люди готовят свои доклады и говорят о том, что они давно придумали. И с охотой от этого отказались уже вообще там по-настоящему. А мы тебя просим приехать к нам еще раз, дать нам знать об этом заранее, и мы соберемся на лужайке и будем тебя слушать. Где? В этом же.